Богдан, у нас здесь сегодня стрим. Потом сюрен, господин Раш был до того, как он был избран 8 человек по последним данным. И очень большая сила рисована в развитии наших отношений с страной. И у нас есть традиции, что между нашими странами и со своей страной в разных областях интересованства. Спасибо.